очень рад, что я познакомился с этой девочкой. Нас познакомили наши родители. Они дали согласие на наши браки. Когда я увидел первый раз ее, я, конечно, понял, что это тот человек, с которым я хочу провести остаток своей жизни, быть счастливым, радостным. Также я сделал все, чтобы этот человечек был счастлив, как и я. Я очень сильно ее люблю. Сегодня день нашей свадьбы. Самыми хорошими качествами, которые могу дать моя Энарочка, это красота, ум, добролюбие, чистота. То есть она очень образованный, грамотный человек. Хорошо воспитанный человек. И, конечно, своим необыкновенным характером, который мне так понравился. Я ее люблю. Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами, пролетая над нами, я так хочу, чтоб так было всегда. Кто-то не верит, но это возможно. Счастье минуты рождают года. Но ты сомнений, разлук бездорожье. Время потерь, расставаний и трасс. Где оно встретит, не знаем мы сами. Пусть это время забудет о нас. Пролетая над нами, мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам кровь, пролетая над нами. Пролетая над нами, кто-то живет, кто-то смотрит кино. Время мотает судьбы километры. Чтоб ни случилось, я верю в одно. В то, что над нами есть добрые ветры. Ветер свободы, хмельной и живой. Ветер мечты, раздувающий пламя. Ветер удачи, возьми нас с собой. Пролетая над нами, мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам кровь, пролетая над нами. Знаешь, потом через тысячи лет, среди миров и красивых планет, мы станем звездами на небесами. И мы сорвемся на зов с высоты. Звезды должны исполнять все мечты, пролетая над нами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам в кровь, пролетая над нами. Над нами. Мы с Сергеем познакомили
В тот день у нас был шампиновал, я вся со своей женой. Вот. Ну, мы тогда делали чай и пошли к себе в комнату, там, за компьютер, нам надо было делать урок итальянки. Вот. Через какое-то время заходит мама и говорит, что у нас дома какой-то молодой человек сидит. Вот. И надо пойти там приготовить что-то, там, чай ему, что ли, или кофе. Я выхожу, как ничего не было. Просто так, знаете, на него посмотрела. Вот. И начала заваривать чай, как ничего не бывало. Так, чтобы нас познакомили, типа, Эльвиса, Тайнара не было. Значит, на следующий день он звонит мне и представляется, говорит, Селям Олег, говорит, а Эльвину можно к телефону? Я говорю, Эльвина, говорю, нельзя, по-моему, вы ошиблись номером. Ну, бросает трубку, через секунд 10 он опять перезвонит, говорит, я ошибся, говорит, можно я на руку телефон? Вот, договорились о встрече на следующий день. Кстати, мы с ним встретились в пятницу 13-го, представляете? И в этот день была ужасная буря, просто кошмар какой-то. Деревья сносило раз, дождь шел, ливень огромный. Потом, да, буквально за минут 20 до нашей встречи все прекратилось, и вот небо стало чистым-причистым, все утихло и, ну, наладилось, короче говоря. Несмотря на то, что погода, ну, так, дождь был, слякоть, мы с ним увиделись. Я про себя отметила, что хороший мальчик, сразу понравился, чисто внешне, да. Вот. Стеснительный, скромный. Ну, он так себя вел на первом свидании, стеснительный и скромный. Вот. Мы с ним увиделись один раз, потом он сразу уехал. На следующий день уехал в Москву к себе. Ежедневно с ним общались по телефону, по скайпу, очень много. Мы узнавали так друг друга. Я скажу, что у нас наша любовь, наверное, скорее всего, была постепенной. Постепенно узнавая, привыкая друг к другу, мы больше стали ценить и желать друг друга, что ли. По поводу Эльвисика, то я могу сказать, что он очень нежный, заботливый, внимательный ко мне. Вот. Он шутливый, любит пошутить, и я люблю его шутки, посмеяться. Вот. Любит сострить, у нас с ним стычки в остроумии, и это еще больше заводит. Я, например, это очень люблю. Вот. Потом он привлекательный мужчина, который мне просто понравился. Ангел, мой свет, мой день, не знаю, откуда тень твоих влюбленных глаз. Ты должен знать ответ, люблю я тебя или нет. Ты просто посмотри на звезды, ты мой принц, я твоя роза. Я люблю тебя.
каждому родителю, которые есть у меня. Я это говорю абсолютно правдиво, потому что мне есть с чем сравнить. Вот. Родители делают для своих детей, мои родители делают для своих детей абсолютно все, что нужно. Они настолько заботливы, настолько щедры, добры к своим детям. Просто я счастлива, потому что мне такие... И к своим детям я хочу сохранить в себе, вот, привить своим детям такое же отношение к нам. Вот. И подарить им, наверное, то же самое, что подарили мои родители. Что бы мы ни пожелали, любые возможности. Но при этом, если что-то вот у нас в семье... Папа и мама нам всегда преподают урок, я так считаю, если что-то идет не так. Можно там наругать, поругать, но они все равно толдочат нас так, что вот ты лучше вот так сделай. Плохо ты всегда успеешь сделать, лучше сделай хорошо. У меня чудесный вид. Я хочу дальше поддерживать их после своего, во время семейной жизни, не терять с ними вообще контакт, а по-прежнему тесно общаться, помогать им, вот, чтобы у нас было всегда взаимопонимание. Я благодарен своим родителям, что они меня воспитали, вырастили. Конечно, жалко, что у меня нет со мной отца на сегодняшний день. Спасибо моей маме, что она меня воспитала, и папе. Я тебя люблю, мама.